Асбестовский спортсмен Владимир Топорков стал победителем чемпионата России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Были названы чемпионы страны и призеры национального чемпионата среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившего в городе Алексин Тульской области. Соревнования проводились с 18 по 23 апреля на Республиканской учебно-тренировочной базе Министерства спорта Российской Федерации АК. В турнире принимали участие более 60 спортсменов из 30 регионов страны. Асбестовец Владимир Топорков занял на этих соревнованиях первое место. Чемпионат России в Алексине является отбором в сборную команду России для участия в международных соревнованиях. Поэтому победа асбестовского спортсмена обеспечила ему путевку на чемпионат Европы, который пройдет в сентябре в Словении.